Ага. Что тебе? Старший. Старший, что тебе надо? А ты что делаешь? Без меня гоняешься? Я? Не, я ничего не делаю. Да, конечно. Просто сижу в главном меню. Ну, когда ты проснешься. Том. Что-то... Во. Что ты, что ты хотел сказать? Ничего. Очень долго спишь. Не знаю, я до 7 посидел. Чё? Потом ушел, проснулся в 10, на улице дождь, я дальше Я спать. опять спать. А я в 11 проснулся, и чё? И всё. Больше не Ну, спал. неплохо. Ожидать, когда ты, Соня, проснешься, я не могу. Очень-очень-очень скучно. Ну, понятно. Тут все равно ничего интересного. А что ты там уже? Катал уже? Нет, считал, сколько раз проедет один и тот же фуникулерчик. Чувачок, пойдем-то. Видимость на уране ты уже накатался, да? Еще не совсем. Сейчас только через 10 минут раннер будет как полтора часа наиграно просто и все. Кораблик нашел. Максим, что я могу делать с Нуранией? Викторию открывать. Максим такой: как ты мог? Ну давай, это подключусь. Включайся. Смотрим там. Посмотрим. Знаешь, еще слишком рано. Хочешь подключаться? Еще до последнего. До последней Вичка осталась. Дай код. Я тебе уж кинул код. Не видишь, что ли? Уже? То уже. Ничего себе. То в плане уже, я не понял. Сим. Да получай. Чего в плане уже? Ну в плане уже код кинул, ё-моё, когда успел, мне даже блядь, смс блядь, нахуй не пришла. В плане уже. Даже оповещения, блядь, не было никакого, нахуй. Правильно, ты в игру начал входить, я тебя кинул. Чтобы у тебя оповещалки никакой не было. А, уже присоединяется. Хорошо, хоть тут не глючит, когда ты присоединяешься. Максимка, только давай, ты сначала доедешь до зоны перехода и посмотришь. А не так, чтобы карту открыть и сразу увидеть все. Урофо? Все по чесноку.
Ну и понятно, если меня туда сразу в этот парк быть не кинет. Вряд ли. Ну не знаю, у меня загрузочный экран, пока сейчас национальный парк Норд Пик стоит. Поэтому. Открой сразу карту мира. Середин. Угу. Да, понял. Чтобы не подсматривать заранее. Это меня здесь глючит только от сохранения. Вот и вот, в принципе, было написано, вышел из гаража. Ты вышел из гаража в этом. Что? Угу. Сим. Чё? Угу. Чё? Угу. Тогда сейчас приеду. Давай. Я ожидаю тебе к дивному шалашу. А чё, и всё, да, это... Это карта. Я это, в принципе, я не стал брать улучшения на этой карте. Чтобы ты туда сам съездил. И взял его. Если так по сути, я тут вообще никакие задания не выполнял. Я просто некие задания чуть-чуть упростил. Понятно. Хотя ты сейчас там быстро приедешь. Максимка сейчас на повышайке. Просто сломав весь свой грузовик, ну прикатит на территорию. Да? Надеюсь. Ну, как-то можно сказать, Васю. Какой-то по области туман. Это нормально. Как говорится, ну, раз ты пришел, тогда можно выполнить парочку поручений, которые связаны с расчисткой дороги. Правильно? Mm-hmm. Видишь, уже первый тебе пришло задание, да? Угу. Как я быстро. Так, и надо еще вот это. Да. Ой, сейчас будет страсть и мордасть. Как ты быстро доехал?
Не спешите. Ваем карту медленно. Купаться. Что-то как-то вы без эмоций. Как вам эта карта? Чё там как? Ничего, прикольно, блин. В центре вода. Здорово. Ещё задание. Они тут рядышком. Как заметил, здесь есть гараж. Заметил. И что вы заметили? Есть. Нет, можно взять. Понятно. Остальное. Да, мадам. Понятно. Странное задание. Застрявший грузовик, а грузовика самого нет. Человек его уже отвез. Не знаю, поищи. Я его чуть-чуть сдвинул с места. А! Все, я вижу. Вот он, где он стоит. И для его выполнения я тебе расчистил путь. Видишь, как все эффективно. Угу. Чтобы ты, бедненький, не пыхтел и не думал, как что делать. Когда он застрявший грузовик, а грузовика нет. Потому что просто надо выбрать это задание и посмотреть, где он. Здесь много не на своем месте. Поэтому я рекомендую, если ты что-то приметил, лучше сразу выбрать, чтобы посмотреть, где оно. Где-то я трогал что-то, где-то я не трогал. Много всяких облазнов было. Понимаешь? Угу. Локация красивая. Да, мне по ней тоже очень понравилось ездить. Ебеням этим. Даже не представляешь, насколько. Да представляю.
Тут есть что, заправка есть. Заправка, это тоже хорошо. Много ремонт сервисов. А еще самое главное, что здесь есть гараж. Он, конечно, в ужасном состоянии. Его надо по сюжетке ремонтировать. Сейчас такой Максим, дай мне это задание. Что ты остановился? А вот я здесь застрял. Да, полный привод включен. Конечно. Отцепись пока от грузовика. Надо шиповку поставить. Ну ты, конечно, молодец. Хоть вырулил бы по-человечески. То я и тебя, и ту фуру вытаскиваю. Конечно, молодец. Такой диагурец. Старался он. Такой Ганс ехал, встал. Такой Ганс, чё стоим? А я здесь застрял. Ты же забыл, что у этой машины трос охренительной длины. Мог нет, бы... я не забыл. Просто у меня на трассе машина была, поэтому... Ну, отцепил бы машину бы от трасса, сам вышел бы, а потом её на трассе бы опять бы отцепил бы. Сложность-то вроде бы никакой. Как ведь знаю. Оу, ей, новая машина. Отцепись ты от нее уже. Конечно, молодец, что такой умный. Что, хочешь чинить гараж? Я не знаю, могут. Ну, блять, хуй. Знаю, не знаю. Такой ответ не принимается. Пожалуйста. Готов, да? Готов? А, выполняй. Такой, нихера себе. Умный.
тому же тут большая часть всех деталей очень близко находится. Понятно. Ну, деревянные доски, это надо к участку складирования съездить. Запасные запчасти для машины прям рядом находятся. Только кирпичей не помню, где... А, ну и надо съездить только за деревянными досками и за кирпичами на завод, куда... А первую часть ты просто и доставил. Ты вообще мог бы сейчас в свой кузов... Ты хоть карту открой, посмотри, где что находится. Да, это я понял. Насколько близко находится запчасти, чтобы их скинуть и все. Тебе только 4 места надо. Писит мне так вот. Глючи нет. Так, иди нам сюда. Ну, там сейчас мы съездим на это вообще. Тихо. Тогда сейчас ездим за этим, за всем.